это Ретро, я Азов. Гранит спрашивает, у нас есть хоть один танк, который стреляет? Как принял? Да, Мишка, только что разъяснился, как он. Мишка один? Да, Мишка один. Я тебя принял. Гранит, Гранит, я Азов. Да. Ретро говорит, что Мишка один. Умеет стрелять. Привет,
границ прием. На приеме. Выходишь из-за посадки, поворачиваешь налево. Посреди поля будет стоять солдатик. Он покажет, что делать. Принял. Мишка 2 и ретро прием. На приеме. Становитесь на свою позицию, устраняйте неисправность. Прием. Где тут? Это вы тарахтите? Да, да, ты мы. Так на свою старую позицию становитесь и устраняйте неисправность. Как понял меня, Мишка 2? Ретро, я гранит, прием. Гранит, я ретро, прием. Ювелир вернулся? Нет, доповеди не было еще. Мишка 1, я гранит, прием. Ты видишь его? Мишка 1 на приеме. Ты цель видишь? Цель не бачу, не бачу. Бачу ориентиры, цели не бачу. Так спустись ты, блядь, вниз, на 300 метров еще съесть. Не стой, блядь, на месте. Сейчас пристрелят тебя нахер. Есть 300 метров вперед. Мишка, 55-й прием. Мишка, ты на приеме. Ты бачишь, слева от горба высокий столб такий посеред села. Про який горб кажеш, не бачу, який горб. Все село, справа от села горб. І зліва почти зразу самий високий стовп на селі. Бачу, там біля нього якась вузка. Оце під цим стовпом зліва. Вон, бачиш? За цим стовпом зліва бачу якесь строєння. А чуть-чуть лівіше, бачиш, що поле виділяється? Бачу, виділяється жовте поле і зелене, бачу. Зліва от стовпа стовполя, одна висока стовполя. Погод 2, погода. Так, ну-ка заткнулись. Мишка 1. Я, блядь, еще раз говорю. Ориентир две башни. Две водонапорных башни. Справа, внизу, под ними. БТР. Вот цель. Ее уничтожить. Я гранит, прием. Пустое? Да. Мишка, я гранит, прием. На приеме. Ты видишь, блядь, вообще село то? Бачу башни. Бачу поле строения возле высокого столба. Так, стой. Открой люк, вылези на улицу, блядь. Я на улице. Родитель 251. Сейчас мой наводчик ему побежал, сейчас покажет. Закопанный пулемет. Видишь его? Повтори, гранит, не прийняв тебе. Пулемет, видишь, закопанный? Пулемета не наблюдаю. Вампир на связи. Откуда работает двойка? Двойку не вижу, я не высунуться не могу. Танк только что уебал, непонятно откуда. Валите вы это нахуй на ворот, как ёбаной матери, пожалуйста! Это вертухи, ёбаную мать! Ты ёбаная, блядь! Обкладывай со всех сторон, блядь! Видел, город там же само. Я пытаюсь связаться с победой, сука, они туда раз, блядь, хоть ожираться поднимают, сука, уроды ёбаные! Вертушка вызывает победу, блядь! Говори, помощь как могут делают. Победа, помогите нам спалить. Это новгородское ебучее. Идите вы нахуй! Кроме того, что сейчас бьет, больше мы не можем сейчас бить. Баркас, вертушки, им всем похуй, блядь. Они забили на нас пульс, тупо заположили на нас пульс, блядь. Мне 200-й, блядь. Баркасик, братуха, я все понимаю. Я не могу сейчас тебе чем помочь. Блядь, на втором взводе 200-й, блядь. По нам не бьет, со всех сторон. Где ваша поддержка, блядь? Сейчас, братик, держите, сейчас мы попытаемся своими силами. Давай, братик. Победа, Авроре. На связи, Победа. Победа, ну где ваша помощь? Работают, ребята работают. Я не знаю, я сделал все, что мог, передал кому надо. Я понял, у нас просто переворачивают с ног до головы полностью. Давайте въебем градами или ставушки, какого хуя там стоят. Пацаны, изо всех сил старайтесь, убирать. Я прошу вас, блядь, мы не можем заехать к вам, блядь. Нет, у нас транспорт. Сейчас подъедут транспорты, но вот вообще с другого взвода, блядь. Теперь, блядь, притяните пацана сюда, блядь. Мы его отвезем. Узнаем. Подушься на топнине, теперь, блядь. Я из-под обувь, по обувь, слышал, но он не пропал.
передал. Да, я смотрю, у кого ведется элементар, вы меня делаете. Твой тянул, милого, да он сюжнярал, и это тут сам не упасть. Да, ну, мой главный, ведь помощь ушла из жизни, он занять. Это упорота, между это упорот. Я могу пошалить его на рыбе. А ты меня взяешь сам. А я урва, а ты меня. Я рвел это. Ну, если меня отмахнется, попадайте, все же, где я знаю. Алик, ну ты правильно пойми, я, например, тебе просто от сердца, да, и чисто желаю, чтобы ты живой, конечно, остался, но уйди лучше. А я такого выбора не имею, у меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. Куда если развернуться, вправо, влево? Типа вы по улице Маяковского пошли, по улице Маяковского. Так, я 104, иду с севера. Я десятый, блядь. Я десятый нахожусь в вокзале. Ну пойму, кто хуярит танков, блядь, из гранатометов. Стрелять не надо. Чё? Стрелять не надо. Почему? Давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не делайте, не надо. Вы в любом случае, Алик, пойми, и ты погибнешь, и я погибну, что с этого толку будет? Сам правильно пойми, кто от этого выиграет? Мы же от этого с тобой не выиграем, понимаешь? Если мы, я тебя увижу в бою, понимаешь, что ты отлично, не отлично, уже я тебя сидеть не буду так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне как гость приедь, Алик. Отводи ребят, не надо. Не... Пожалей их матерей, пожалей их самих. Отводи ребят, Алик, дай команду. Ну я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды. Алик, ну ты правильно пойми. Я, например, тебе просто от сердца, да, и чисто желаю, чтобы ты живой, конечно, остался, но уйди лучше. А я такого выбора не имею. У меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. Куда если развернуться, вправо, влево? Типа вы по улице Маяковского пошли. По улице Маяковского. Так, я 104, иду с севера. Четвертый, я ранен, БМП выведены из строя. Я десятый, блядь. Я десятый. Нахожусь в вокзале. Ну пойму, кто хуярит танков, блядь, из гранатометов. Низко один, я гранит, прием. На приеме. Выходишь из-за посадки, поворачиваешь налево. Посреди поля будет стоять солдатик. Он покажет, что делать. Принял. Мишка-2, я ретро, прием. На приеме. Становитесь на свою позицию, устраняйте неисправность. Прием.
солдатами. Так на свою старую позицию становитесь и устраняйте неисправность. Как понял меня, Мишка-2? Ретро, я гранит, прием. Гранит, я ретро, прием. Ювелир вернулся? Нет, доповеди не было еще. Мишка-1, я гранит, прием. Ты видишь его? Мишка-1 на приеме. Ты цель видишь? Цель не бачу. Не бачу, бачу ориентиры, цели не бачу. Так спустись ты, блядь, вниз, на 300 метров еще съесть. Не стой, блядь, на месте! Сейчас пристрелят тебя нахер! Есть 300 метров вперед! Мишка, 55-й прием. Мишка-1 на приеме. Ты бачишь, с левого горба высокий столб такий посеред села. Про який горб кажешь, не бачу, який горб. Все село, справа от села горб. І слева почти зразу самый высокий столб на селі. Бачу, там біля нього якась вузка. Оце під цим столбом зліва, вон, бачиш? За цим столбом зліва бачу якесь строєння. А чуть-чуть лівіє, бачиш, що поле виділяється? Бачу, виділяється жовте поле і зелене бачу. Зліва от столба, то поле, одна висока, то поле. Погод 2, погоду. Так, ну-ка заткнулись. Мишка 1. Я, блядь, еще раз говорю. Орієнтир – дві башни, дві водонапорних башни. Справа, внизу, під ними. БТР, от цель. Її уничтожить. Я граніт, прийом. Пустое? Да. Мишка, я граніт, прийом. На прийомі. Ти видиш, блядь? Вообще село то. Бачу башни. Бачу поле строения. Вампир на связи. Откуда работает двойка? Двойку не вижу, я не высунуться не могу. Танк только что уебал, непонятно откуда. Победа в роли. На связи. Спалите вы это нахуй на ворот, как ебаной матери, пожалуйста. Говори, помощь как могут делают. Я нахуй помощь дать потом! Победа, помогите нам спалить! Это новгородское ебучее! Иди ты нахуй! Кроме того, что сейчас бьет, больше мы не можем сейчас двигаться. Баркас, вертушка, им всем похуй, блядь! Они забили на нас хуй, тупо заположили на нас хуй, блядь! Мне 200-й, блядь! Баркасик, братуха, я все понимаю, я не могу сейчас тебе ничем помочь. Блять, на втором взводе 200-й, блять, по нам ебеют со всех сторон, где ваша поддержка, блять? Сейчас, братик, держите, сейчас мы попытаемся своими силами. Давай, братик. Победа Авроре. На связи, Победа. Победа, ну где ваша помощь? Да работают, ребята работают. Я не знаю, я же сделал все, что мог, передал кому надо. Я понял, нас просто переворачивают с ног до головы полностью. Давайте въебем градами, леса у чьего хуя там стоят. Пацаны, изо всех сил старайтесь, брать. Я прошу вас, блядь, ну не можем мы заехать к вам, блядь. Еду на транспорт, а сейчас подъеду в транспорт, и вот вообще с другого взвода, блядь. Беру, блядь, притяните пацана сюда, блядь.